У каждого человека в организме есть особая химическая лаборатория – гормональная система. В ней участвуют более 60 разных гормонов. Они влияют на наше давление, уровень глюкозы, работу иммунитета. Но каким образом это все происходит? Многие гормональные процессы до сих пор не до конца изучены и поэтому окружены огромным количеством вопросов и мифов. Сегодня мы собрали самые популярные вопросы, которые люди задают врачам-эндокринологам. Например, слышала, что гормоны очень влияют на вес. Могут ли они быть виноваты в том, что я никак не могу похудеть? Скоро доктор Мясников ответит на этот вопрос. А еще мы выясним, в каких случаях нарушение баланса гормонов провоцирует постоянную усталость. Что нужно добавить в рацион, чтобы гормоны были в порядке? И как они влияют на наш сон? Давайте разбираться. Здравствуйте, доктор. В последнее время я стала гораздо хуже себя чувствовать. Постоянно слабость, нет сил. Подруги говорят, что это могут быть проблемы с гормонами. Хотела сходить к эндокринологу, но запись, к сожалению, только через месяц. Скажите, пожалуйста, так ли это, правы ли подруги? Здравствуйте. Я полгода назад прочитала о том, что в мясе содержится гормон стресса, который выбрасывается в тот момент, когда животные убивают. И это меня настолько поразило, что я отказалась от мяса и стала вегетарианкой. На сегодняшний день я себя очень хорошо чувствую. И у меня назрел такой вопрос. Действительно ли вегетарианство полезно для нашей гормональной системы? И вообще, как питание влияет на наш гормональный фон?